Я приветствую всех из Одессы. Сегодня 1 июля 2024 года. У нас в Одессе в 16:28 объявили воздушную тревогу. Тревога сейчас по всей Украине. Причина – это взлет истребителя МиГ, который является потенциальным носителем гиперзвуковых ракет «Кинжал». Но прошло уже порядка 10 минут после того, как объявили воздушную тревогу. Пусков «Кинжала» не было. Обстановка спокойная, поэтому, я думаю, в скором времени будет отбой. Вот сейчас, по крайней мере, стали эти тревоги по взлету МиГ быть короткими. Я как помню, раньше были случаи, когда тревога по МиГам объявлялась чуть ли не каждый день. И по 2-3 часа была тревога, то есть затяжная, пока этот МиГ не садился на аэродром. То есть тревога постоянно была. Вот сейчас они такие стали более короткими. Ну, такая вот обстановка у нас. В принципе, сегодня все тихо, спокойно. Вы видите, я даже особо ничего не выставляю, потому что как бы сообщать по сути не о чем. Обстановка спокойная.